Яркое небо и темная земля. Что вы сделаете при съемке, чтобы на фотографии получить детали и на небе, и на земле? Что я могу сделать? Экспозицию сделать отдельно по светам, отдельно по теням, ну, по земле. А к чему мы отнесем? Вот если мы говорим кораблик, то какое это выразительное средство? Люди в кадре. О, просто умница. Смотрите, она точно сказала. Я думаю, наверное, можно и там, может быть, скажем, предметы какие-то, объекты в кадре. Она вообще люди сказала. Это там же люди, это ж не просто, в общем, что-то такое механическое, движущееся. Там люди. Люди в кадре. Нужно еще об этом. И также, вот как она болтается на волнах, вот от того, что все, люблю, неизвестно, кто там будет. Вот так и он, такое же положение у него. А название же просто море. И это получается, вот от того, что вы сказали, это так глубоко, это же и жизнь, да, море. Приливы, отливы, вот всякие там вот эти вот. Бушующие волны, то вдруг штиль. Море. Море жизни. Да, да. Ну да. Вот море волнения. Да. А слабость. А слабость. Кораблик. Кораблик. Ну конечно, чего вы боитесь сказать это? Умница, сидит себе там в норке глубоко. Как раз так спокойненько. Море волны. Кораблик слабость. Вот у нас есть только приведенная в такое состояние рабочее. Тоже тут интересное могут, видите, какие эффекты возникают. Читать вообще без выражения, так, наотмашь бросайте просто какой-то ритм, и смысл пойдет, но... И не торопиться. Мать, что ли, гром, ты со мной приключился, словно шторм с кораблем, то ли будет другое, я и знать не хочу. Разобьюсь я о горе или в счастье влечу. Не страшно и весело, должна быть горечь. Но как тому кораблю. Не жалею, что встретила. Не боюсь, что люблю. В общем, я подумала,
что ее работы можно запускать как джаз. Понимаешь, не давать, ну, это моя такая возникла идея, не давать вот один проект, вот другой проект, вот третий. А вот так вот перемежать, вот это, потом пошли детки, потом еще что-то, потом еще какие-то моменты. Потому что, на мой взгляд, она сильна вот в таких работах, когда она снимает детей за каким-то занятием. Вот эта парочка хороша, от этого, этого. Вот это милая, да. Ну вот Галя, она такая, она вот в таких вот проявлениях. Они мне очень нравятся, по-моему, хорошо этих ребят видят. А этот человек вот такой, у него вот такая история, мы Галя, без истории вообще обрывали, очень грубо, было сложно работать. И правда очень хорошо, что этот жесткий отбор произошел, потому что он получился емкий. Более вот. 2000 кадров, это уже отобрано. Мастер на своем деле, самое главное, что она всю жизнь занимается тем, что она любит. Вот это видно. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Важно, чтобы вы себя проявили, а не повторяли кого-то. Ну, хотя бы решили не брать. Я почитал, там, оказывается, папоротники разговаривают в коалиции. Серьезно, представляешь? А вы не понимаете, чем там дело кончилось? Я на самом деле наискосок пробежал, понял, что там папоротник разговаривает. Я просто хочу про людей. Что наискосок? Вы до конца дойдите, это же про людей. Да, на французском. А что мне будет на суперобложке папоротник? Нет, все, мы разговаривали. Там же о другом. Вовсе. Там на французском. Блин, все поспорил, там пальма в конце умер лапах. Ну ладно, я почитаю. Пальма в конце умер лапах. Но это же всегда относится к человеческой жизни. Они же не ботанические эти энциклопедии составляли. Пробегусь сейчас. Нормально. И можно показать как угодно это состояние. Тома, ступай домой! Готовь ужин! Ступай. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов. 6 вечера или 6 утра? 6 дня. 6 дня. Дня. Лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Все, я зацепилась. Все нормально, не держи меня. Моя Марусенька, белые ножки.
давно не так страшно.